Всем здорово, ребят. Ну что, тестирую я пока составы на Одиноком море. И думаю, завтра вам уже закину успешные составы видосики, потому что там с тыковками проблема есть. Я надеюсь, то, что я придумал, поможет. Для многих будет нормально. Там, конечно, надо огники. Без огников там реально сложно. Поэтому для бездонов, я не знаю, думаю, в ближайшее время постараюсь подобрать другой состав, потому что с огниками намного проще, мы там проходим и времени очень много остается. Сейчас у нас будет... Так, где там оно? Раскол, разрыв, разлом. Короче, разлом будет. Сейчас будем пробовать зафармить 2 с 2. Покажу вам составы. Так. Что-то плохо инвайты приходят. На английском сервере. А здесь я показывал. Я бегаю тут с тыковкой с SO, чтобы ее не сливали. То есть максимум. Плюс воодушки беру на героев, чтобы они автопрокали. Но опять же, некоторые на всех не надо ставить. Я говорил уже, Космо и Фрея с автопроком, здесь это печаль. Так, Зефир наш. В принципе, можно таким вариантом собрать. Сейчас я гляну, что там у меня по пачке. А то я уже не помню, какая тут пачка. Так, Анубис. Маскировка на максимальный уклон, тыковка есть, Анубис и новая наша имба, оба. Так, Анубиса ищем, Анубис, 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 где ты? Вот он, с воодушевлением. Можно панчбокса, в принципе, поставить. Так, и с воодушевлением фобу надо. Так, отлично, на него мы кинем. Вот так. Все, поехали. Ну, что за фигня, что с инвайтами? Подвисает немножко. Так, где третий? Третий есть, четвертый. Вот такие вот составы. Как видите, здесь много забора, заморозки по максимуму. Конечно, чем больше у вас будет... Ну, мы без Космо бегаем. Космо тоже можно ставить. Только Космо должен быть без воодушевления. Так, давайте коннектиться уже. Ждем слива. Стрелки тоже здесь неплохо заходят. То есть у кого что есть, можете ставить. Чем больше ДПС, тем лучше. Фреи не всегда заходят. Самое главное, чтобы здесь у вас тыковки жили подольше.
тыковок старайтесь ставить по центру, чтобы они имели доступ в любую точку. То есть, если они у вас будут... Так, что это у нас тут куча замедления, что ли? Не, нормально, вроде все. Если у вас тыковки будут где-то на краю, они не будут доставать, на этом все закончится. То есть ставьте их в центр, чтобы они были в одну и в другую сторону, скажем так, могли бежать. Потому что если вы их поставите где-то в одном конце, они в другой могут не добежать, у вас ускорения просто не будет. То есть тыковка должна иметь доступ. Ну, в принципе, без проблем. То есть эта локация, как видите, фармится. У меня даже пол раста не раскрыли. Моя раста вообще целая, и тут еще одна раста целая. Получили плюху и получили сундучок. Ай, можно было две награды взять. Я как обычно. Такие вещи надо брать по две. За самоцветы. Так, ждем следующий заходик. То есть сюда старайтесь брать домашних героев. Анубисы с воодушевлениями. Обязательно тех, кто может вводить в кому. Если есть по возможности огники, зефирки, лазули. Для бездоната, ну, здесь вот ребята бегают, как видите, не особо прокачанными героями. Ну, огника на английском сервере, скажем так, намного проще купить, чем на остальных. Но аннигилятора нету донатных героев. У меня, конечно, все донатные прокачаны. Но у него, допустим, не прокачано, там, прорывы не прокачаны. Этого вполне хватает. Поэтому не обязательно. Вот еще один. Ну, то есть здесь огников как бы хватает на сервере. На русском сервере проблем не с этими. Собрать их посложнее. Поехали, второй заход. Лазули здесь хорошо. То есть фениксы, которые блокируют. Но опять же, их надо прятать в центр, чтобы они не выбежали на край. Если они выбегут у вас на край, стрелков надо брать, то будет все печально. Видите, здесь есть командорка, ее надо убивать сразу же. Потому что она рушит здание. Вот мои здания немножко подсекли. На X2 будет нормально, будет все видно. Здесь куча автопрокеров есть. Вот самое основное, видите, стрелки, они нормально дамажат. Остальных надо останавливать. Вот моя тыковка на демоне сейчас разгоняется, и тем временем все гуд в остальных будет. И как видите, никто не сливается. У ребят, вот можете посмотреть, прорывы не особо прокачанные, то есть обычные игроки без особо мега доната. Вот так вот. 2 с 2. Поэтому эта локация фармится намного проще. Если у вас есть кто-то один знакомый донатный, нормальный у него герой, можете собрать, я думаю, без проблем пачку. Ничего сложного, скажем, такого мега там. У меня, понятно, у меня донатная пачка. Фоба здесь очень на ура заходит, так как он забирает энергию. Прелестно, не дает ее набирать. Тыковка, еще раз покажу, у меня вот такая вот. То есть максимальный дав. Огника мы здесь использовали. Ну, такой вот огник. Можно будет в следующий раз попробовать убрать зефира. Тоже, видите, воодушевление стоит. В принципе, с такого все. Ну, Анубис простенький. Тоже ничего такого. С бастом, как видите, я бегаю. И мне этого вполне хватает. Вот так вот, ждите видосика, завтра уже вам запишу топовый видосик по прохождению, там, думаю, будет 2 с 2, потому что мы нашли оптимальный состав на море, единственное, надо тыковок
доделать. Все, всем удачи, всем пока.